Сегодня несколько штрихов к портрету музыкантов, чья популярность уже давно вышла за пределы родной Финляндии. И многочисленные просьбы российских поклонников быстрее выдать в эфир это интервью стали лишь очередным тому подтверждением. Вы и мы дождались. Эксклюзив. Герои программы – солисты группы «Апокалиптика». В начале 90-х именно они ввели моду на чело-метал или виолончельный рок. А в нашей стране уже в 2000-х особую известность приобрел в их исполнении саундтрек к фильму «Бой с тенью». Русским всегда интересно, что о них думают и что о них знают иностранцы. И вот я бы вас хотела попросить назвать, ну, допустим, три имени, три русских имени. Я знаю, для тебя это прежде всего Шостакович. Я знала это. Еще Чайковский и Горбачев. Ростропович. Ростропович, of course. Таких имен очень много. Мы знаем много знаменитых русских. Знаю, что вы, Эйка, когда были ребенком, вы услышали седьмую симфонию Шостаковича, и она взорвала ваше сознание, как вы говорите. Что вас более всего поразило в этой музыке? Я не знаю. Я много слушал классическую русскую музыку. Меня всегда восхищала ее красота. Она может быть темной и меланхоличной, но в то же время красивой и одновременно жесткой, сильной. And very rough at the same time. Вы наверняка знаете историю этой симфонии. Она занимает особое место в истории вообще России и не только музыкальной истории. Вот вообще мне интересно, там же есть тоже тема смерти. Почему вы 20-летними парнями назвали свою группу «Апокалиптика», где главное слово – это апокалипсис, то есть смерть. В общем-то, это еще самое начало жизни, 20 лет. Для нас это не было всерьез, когда мы называли группу «Апокалиптика». Мы играем в основном метал, а в этой музыке всегда отображается эстетика жизни и смерти, борьба добра и зла. Мы хотели таким образом отнести то, что мы делаем, к тяжелому металлу. И мы еще хотели соединить это со словом «Металлика», так как в первом альбоме звучали кавер-версии произведений «Металлики», и начало нашего творческого пути было связано именно с этой группой. Чтобы закончить эту тему Шостаковича, да, у вас есть один альбом, он называется «Симфония номер 7». Это как-то связано вот как раз с именем Шостаковича или нет? Нет, это не связано. Альбом назвали «Седьмая симфония», так как это наименование встречается у многих композиторов. В этом альбоме прогрессивное звучание металла сочетается с элементами симфонической, очень классической по звучанию музыки. В этом причина. И это был седьмой альбом. Да, это был седьмой альбом.
все время говорите о том, что связано, да, так или иначе, с симфонической музыкой, и все музыканты, практически все имеют классическое образование, но не все сумели окончательно порвать симфонической музыки. Например, один из ваших солистов, он имеет пожизненный контракт с филармоническим оркестром Хельсинки. Вы, как лидер ЭКО, не ревнуете своих, в общем, коллег, потому что это некий роман на стороне? Последние 10 лет виолончелисты апокалиптики не сотрудничают с симфоническими оркестрами. Мы находимся на гастролях большую часть времени. Мы были в разъездах 200 дней в этом году, и поэтому нет возможности для работы в оркестре. Конечно, мы время от времени, как и все виолончелисты, играем классическую музыку, но апокалиптика занимает почти все наше время. При этом, да, вы, вот, по-моему, вы единственно не закончили академию музыкальную, да, потому что были очень заняты из-за своих вот сверхнагрузок. Вы взяли основную нагрузку по созданию репертуара, и вы взяли основную нагрузку, насколько я знаю, по ведению административных дел группы. Почему вы не смогли ни с кем разделить свои обязанности, да, скажем, и, может быть, даже какую-то обиду испытывают другие солисты группы в связи с этим? Эта информация уже устарела. Да, была такая ситуация в начале 2000-х, но сейчас у нас довольно обширный штат менеджеров в Германии, в Финляндии, в Лондоне, в Нью-Йорке, которые занимаются организацией концертов. Ты можешь сказать, сколько времени из общего объема нашей работы занимает сама музыка? Я думаю, где-то 10%. Да, 10% максимум. Все остальное время мы планируем, решаем, куда двигаться дальше, и, конечно, создаем музыку. Конечно же, основные решения ложатся на нас, но невозможно все контролировать в одиночку. Выпускники Хельсингской академии музыки. Все, кроме барабанщика Мика, который пришел в апокалиптику уже в 2003-м. Что касается остальных, то когда-то на занятиях в серьезном учебном заведении молодые виолончелисты добросовестно разучивали произведения великих классиков. И лишь в свободное от уроков время они, поклонники группы «Металлика», пускались во все тяжкие. В 1993-м хобби переросло в успешный творческий проект, когда музыкантов, чьи виолончели звучали так же неистово, как электрогитары, услышал один продюсер и тут же сделал молодым людям предложение. Эйко Топинен стал одним из основателей группы, главным аранжировщиком и композитором «Апокалиптики». Кстати, удача ему улыбнулась не только в музыке. У него вместе с супругой, финской киноактрисой и ведущей, двое детей. Впрочем, в личном вопросе особенно преуспел другой бессменный солист финской рок-группы – Паава Лйотинен. Отец двоих сыновей и дочери. Он и сам родился в семье музыкантов, выступал в финской государственной опере и даже обучал игре на виолончели детей в школе искусств. Перту Кивилаакса и вовсе считается чуть ли не самым талантливым финским музыкантом. Его называли вундеркиндом. Он играет на виолончели с 5 лет. Мог бы сделать карьеру в классическом искусстве. Хельсингский филармонический оркестр даже заключил с ним пожизненный контракт. И друзья из «Апокалиптики» долгое время не хотели брать Перту в группу, так как боялись, что это негативно скажется на его творческой судьбе. Yeah.
Что ж, сегодня горячие финские парни, наверное, даже не подозревают, как их любят, в том числе и в России. Поклонницы не скупятся и выбрасывают в сеть видеопризнания. И, судя по музыкальному сопровождению, покорил девушек не только и не столько талант солистов «Апокалиптики». Вы, кстати, в одном из интервью сказали о том, что вы не столько мягкий, романтичный, как вот принято думать, например, о виолончелистах, да, такой образ создается, а скорее вы жесткий человек, а не мягкий и пушистый. Вот согласны ли ваши коллеги с этим? Давай, коллега. Конечно же, он милый и пушистый. Я думаю, что у каждого человека есть разные стороны характера. И мне кажется, что «Апокалиптика» играет такую музыку, которая дает возможность показать все качества личности. И твердость, и агрессию, и целеустремленность. Но в то же время чувствительность и мягкость. Ну и задор. Это вы можете увидеть в наших шоу. А вот интересно, ведь у вас был конфликт, вы как-то рассказали об этом в одном из интервью, когда вы вдруг захотели не только играть кавер-версия, а вы захотели создавать свою собственную музыку и звукозаписывающую компанию, которая неплохо зарабатывала, да, и на том, что выпускала ваши кавер-версии, очень популярные. У вас, вот что это был за конфликт, не могли бы вы рассказать, как вы в этой войне победили? Ведь тут нужно было как раз жесткость проявить, я так полагаю. Это был, я так думаю, что конфликт все-таки творческих интересов и денег в первую очередь. Это было сложное время. У нас было четкое представление о том, какую музыку мы хотим делать в дальнейшем. Но звукозаписывающая компания была с этим не согласна. Нам повезло, что контракт подходил к концу, и это была наша возможность действовать самостоятельно. Мы просто решили сами записывать альбом в студии, хотя звукозаписывающая компания пыталась отменить нашу запись. Мы начали вести переговоры с компанией в Германии, которая является частью все той же большой звукозаписывающей компании. Мы попытались объяснить ситуацию, что у нас заканчивается контракт, и мы хотели бы записать альбом немного в другом формате. Компания согласилась. В тот момент компании Polygram из Германии пришлось действовать через отделение в Лондоне, чтобы перевести нас из финской компании в Германию. По звучанию альбома вы можете понять, какой сложной была эта борьба. Звучание очень сильное. Мы были настроены решительно и не хотели записывать очередной альбом каверов. Мы поняли, что хотим найти свое звучание и быть не просто группой виолончелистов, играющих чужую музыку для развлечения. Все стало серьезнее. В тот момент мы поняли, что или сейчас, или никогда. So we knew that it's either it's that way or there is no way, you know. Конечно, было нелегко. Когда мы уже сами арендовали студию, к нам стали приходить адвокаты, нам отправляли иски. Я слышала, что вас даже не пускали в студию. Это действительно так. Они звонили и отменяли запись. Мне приходилось звонить и снова бронировать студию и говорить, чтобы не верили звукозаписывающей компании, а слушали нас. Эйка Топинин начал писать музыку неожиданно для самого себя, однажды решив просто попробовать нечто большее, чем аранжировки любимой «Металлики» или нетленной классики. И теперь уже сочинения «Апокалиптики» звучат в филармонических залах. Вот одна из самых популярных мелодий из того переломного альбома.
Они не боятся критики со стороны классических музыкантов. В Лейпциге, на родине Рихарда Вагнера, по случаю 200-летия со дня рождения немецкого композитора, прозвучала музыка финских виолончелистов. Именно к солистам апокалиптики хореограф Грегор Зейферт обратился с просьбой написать музыку к сценической постановке по случаю большого юбилея. В веке 21-м рокеры дерзнули перезагрузить искусство крупнейшего реформатора оперы 19-го столетия. Нужно давать дорогу новым творцам и свежим идеям. Я знаю, что однажды вам даже удалось выступить вместе со своими кумирами группы «Металлика». Скажите, вот как музыканты «Металлики», что они говорили о вашем творчестве? Это, по-моему, было как раз в самом начале вашего творчества, еще в 90-е годы. Им действительно понравилось. Это огромная честь для нас, что они узнали о нас так рано, в 1996 году. И я вспоминаю, когда мы паковали виолончели после концерта, Джеймс сказал: «Вы играете настоящий металл, действительно тяжелый металл». Но самое смешное, что именно сегодня мне в Фейсбуке пришло напоминание, что 4 года назад, точно 4 года назад, мы были в Сан-Франциско. Нас пригласили выступить на открытии концерта, посвященного 30-летию группы. Я снова увидел фото, где мы стоим вместе с «Металликой». Вам было бы интересно, если говорить уже о кавер-версиях классической музыки, вам было бы интересно собрать тех композиторов, которых вы, в общем, переигрывали в зале, и как вы думаете, что бы они сказали по поводу вашего творчества? Вагнер, Грик. Грик очень популярен в России. Мне кажется, все великие композиторы ценили креативность, способность создавать что-то новое. Возможно, мы бы им понравились. Как минимум, они бы нас за это уважали. Многие современные композиторы уважают и ценят то, что мы делаем, и то, что у нас есть свой собственный стиль, и мы двигаемся в своем направлении. Великие композиторы тоже оценили бы это, ведь они тоже были новаторами в свое время и, по сути, делали то же самое. Просто мы сейчас это делаем другим способом. Еще у меня такой к вам вопрос, как у молодой мамы, последний, наверное. Вот в России есть такая очень популярная точка зрения. У нас очень часто говорят о том, что вот нужно молодым мамам или мамам, которые ждут еще ребенка, включать симфоническую музыку, а вот рок-музыку не нужно ставить, потому что она вроде как не очень хорошо может на психику ребенка или будущего ребенка повлиять. Что бы вы сказали, вообще может ли существовать рок-версия, кавер-версия колыбельной, допустим? Многие согласятся, что докторам в этом вопросе стоит помолчать. Они понятия не имеют, о чем говорят. Я вырос на рок-музыке и слушал ее еще, когда был совсем маленьким, и получал огромное удовольствие. Я думаю, что и в классической музыке много агрессивного. Я думаю, такая музыка очень полезна в преддверии родов.
Моя сестра, когда оставалось пару недель до рождения ребенка, побывала на нашем концерте. И через 45 минут после концерта мне позвонили и сказали, что она успешно родила. Это был хороший старт. Вы все сами все видели. Я с пятого класса по ним фанатею. Отличный концерт, я просто счастлив. Очень хорошо, молодцы. Великолепно. Отлично, отлично. Мы рады, что посетили сегодня, побывали. Мы вас любим. Как концерт кто-нибудь скажет? Хорошо. Лучше всех вообще. Ребята зажгли. Очень хороший концерт. Хороший, вообще замечательный. Это шоу, это грандиозно. Ты переживал каждую ноту. Они, скорее всего, точно вернутся в Омск. Да. Мы хотим вам подарить портрет ваш. Наша программа же называется «Штрихи к портрету». Не просто так. Две, да? А один вы можете забрать себе, один подписать нам. Можно канадский? Мне нравится с животными. Мне тоже. Wealth Channel. Wealth Channel. Но распирает от гордости за папашу. Почти всю карму я сжег в эту ночь. У меня родилась дочь Алиса Гребенщикова. Часть моих друзей уважает меня за другие мои качества. За какие? Вы Алиса из «Страны чудес», то есть вот, вот так вот прям, да? Я не буду больше носить никаких дурацких шапок с ушками, все. Выпускница театральной академии. Она говорит, ну у вас точно будет роман. Она не сразу поняла, что ее главная роль будет сыграна не на сцене и не на съемочной площадке. Я в нашем детском саду была родительским комитетом одна, а сейчас в школе я председатель родительского комитета. Взрослый ребенок или хрупкая женщина. Когда тебе нужно будет поменять диски, тормозные диски, тормозные колодки? Я сама в этих вопросах сама разбираюсь.